Вот так и мы, наверное. Прилетели, все вот так вот было видно. Естественно, это КЛМ. Ни одного ту не видно. Теперь под нами дорога, трасса. Подожди пока. Ты замок хорошо видишь так? Ну давай тогда, оттуда тут. Давай. Эти уж снимает на фотоаппарат. Там музыка играет, сними как колокола, это самое. Да нет.
Пала, кстати, играет. Кстати, вот в этом пруду плавают рыбки. Только что вынырнула. Такая нормальная. Вода чистая. Андрей, Наташа. Русы туриста. Возможно, собираемся. Сейчас. А вот это вот зоопарк с белыми мишками. Витёх после ресторана накушался голландского пива в роще вместе с голландцем Камилем Дехасом его женой Энн и толбачом Юрки, который меня в данный момент снимает и хитро улыбается, и ехидно, я бы даже сказал. Вот, а как бы все устать никаких. И по морде ему стучать. А завтра, вот сейчас время, 0 часов 10 минут. Московское время 2 часа 10 минут, правильно? Да, ночи. А нам завтра вставать как минимум в 7.30, чтобы в 8.30, позавтракав и собрав вещи, мы выезжаем на автобусе в Брюссель. Да, в общем, сегодня собираться никто не будет. Устали. Сегодня еще в Гаге побывали, и в Тюсо, и в этот ресторан. В общем, много впечатлений. Я думаю, мы довольны вообще в целом от Амстердама. Я думаю, Витюша со мной согласен. Как вы сказали? Скажите, пожалуйста, как будет? Как бы вы поблагодарили голландца? Я забыл, напомню. Данкювель. Он теперь будет голландцем. Паленка ту. Окей. Теперь мы пойдем в баиньки. Общаться будем. Идем в ресторан. Ходи. Давай. Сейчас мы здесь поговорим. Я не буду говорить. Say cheese. Yeah, it's good. Ну вот, шведский стол. Завтракаем. Сейчас мы к вам присоединимся.
Solitude brings. I wanna wait.